У нас сегодня особый день. Вот видите, на празднике люди какой радостно идут, радостно живут. Они отмечают место, это большой праздник. Там танцуют, гуляют. И за столом овсяные листья решают некоторые вопросы. Потому что решаемся это самые проблемные вопросы. Это ирригационная система или говорим за счет пастбищей. Вот я думаю, сегодняшние мероприятия достигли до своего цели. Потому что дружба мы должны сохранить навечно.